Всем привет, меня зовут Артём, и я сегодня вам расскажу про самый известный танк во время Великой Отечественной войны, Т-34, или с разговорного, Т-34. Танк Т-34 был разработан на базе среднего танка А-32. Бронирование Т-34 ничем не уступало по бронированию КВ-1, тяжелому танку на то время. Для Иосифа Виссарионовича Сталина это было просто огромнейшим шансом показать все могущество советского танкостроения. Двигатель этого танка был взят с опытного образца А-43, который обеспечивал просто огромнейшее превосходство в проходимости, в маневренности, скорости. Немецкие войска были просто очень удивлены, или даже, можно сказать, напуганы, увидев этот танк, потому что ему на то время не мог противостоять практически никакой. В ходе Великой Отечественной войны танк уплощался, он облегчался, его как-то пытались усовершенствовать. В ходе Великой Отечественной войны было его выпущено всего около 85 тысяч, и он принял участие абсолютно во всех войнах, сражениях, в обороне. Именно сейчас я нахожусь на мемориале танка Т-34, который участвовал в освобождении нашей столицы, города Элисты, 31 декабря 1942 года в 23:00 по московскому времени. Вечная слава воинам-освободителям. Это все, что я хотел вам на сегодня рассказать. Всем пока.